А у нас в гостях, как мы и обещали, мисс Виртуальная Якутия. Спешим представить вам организаторов самого красивого конкурса. Это Надежда Алексеева и Александра Кириллина. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Доброе утро. Итак, мы все знаем, что прием заявок на участие в конкурсе «Мисс Виртуальная Якутия» уже начался. До какого числа можно подать заявку? Да, прием заявок у нас уже идет. Это наш первый этап. Он будет идти до 25 октября, то есть еще целых 2 недели. Все девушки могут подать свою заявку. Это делается очень просто. У нас в этом году новая упрощенная схема. Девушки, чтобы подать заявку в этом году, нужно просто выложить свое фото в социальную сеть Instagram или ВКонтакте и отметить ее хэштегом MVIA2016. А также указать свое имя, возраст и вуз, который она хочет представлять. В этом году у нас есть такое значительное изменение. Голосование отборочное будет идти по улусам. То есть из каждого улуса в финал конкурса «Мисс Виртуальная Якутия» выйдет одна девушка, да, представительница каждого улуса. Я знаю, что кроме этих изменений конкурс претерпел, скажем так, глобальные изменения. Да? В чем вот глобальность состоит, заключается? В этом году конкурсу исполняется 17 лет, и такая закономерность, да, то, что в этом году он приобретает масштабы всероссийского уровня, то есть мисс Виртуальная Якутия пройдет как региональный этап, да, ну, региональный этап конкурса, да, конкурса «Мисс Виртуальная Россия», поэтому нас ожидает огромное количество участниц со всей России, во-первых. И получается тоже каждый регион страны представляет одну девушку, да? Да. Вот интересно, когда финал вот «Мисс Виртуальная Россия» состоится? Финал состоится в марте 2017 года. И одна участница, получается, победительница конкурса «Мисс Виртуальная Якутия» будет представлять уже нас на всероссийском уровне. Как интересно, можно будет там голосовать за любимицу свою, вот за нашу вот землячку? Там тоже будет интернет-голосование, а в мобильном приложении, через мобильное приложение InDriver. Это наш генеральный партнер, он предоставляет призовой фонд. У нас роскошный главный приз. Победительница конкурса «Мисс Виртуальная Россия» получит автомобиль BMW. Да. А финальная церемония пройдет в Санкт-Петербурге на самом высоком уровне. Автомобиль BMW. А для мужчин, когда вы организуете подобный конкурс? Ну, пока не планируется, но было бы очень интересно посмотреть, как будут мужчины сражаться. За автомобиль. А давайте вернемся вот на нашу республику. Вы сказали, что прием заявок до 25 октября, а финал вот нашего местного якутского конкурса когда состоится? Он будет, финальное голосование будет проходить в конце февраля. Сейчас будут отборочные этапы. Сначала идет этап в социальной сети ВКонтакте. У нас есть группа, где все зрители могут тоже зайти, посмотреть визитки имеющихся участниц, а также могут уже проголосовать за девушку, которая им нравится, сделав просто репост ее визитки на свою стену. Это будет считаться сейчас голосом. И на следующий этап, после отборочного, из каждого района выходит 10 девушек, и потом будет внутреннее интернет-голосование уже за участие в финале в конкурсе «Мисс Виртуальная Якутия». Получается, что голосовать нужно уже ВКонтакте, да? Да, сейчас. Не на той странице вот раньше, где вот это проходило, да? А вот Инстаграм, это вот для чего тогда нужно? Инстаграм – это для подачи заявки, прием заявок, да? То есть там лайки, не лайки, никакого лайки значения не имеет? Лайки сейчас не считаются. Имеет значение просто хэштег MVIA2016. Таким образом, участница подает заявку на участие, чтобы дирекция конкурса ее заметила. А вот само голосование, когда начнется вот ВКонтакте? Оно уже, началось? Да, оно уже идет. Это отборочный этап. То есть он идет параллельно с приемом заявок, чтобы выявить по 10 девушек из каждого района, которые будут бороться. Но заявки еще принимаются, да? До 25 октября. До 25. А вот в Инстаграм фотографию нужно уже выложить красивую вот такую вот? Или пока просто вот паспорт? Я вот хочу участвовать, а потом сфотографируюсь нормально, да? Совершенно любую фотографию на усмотрение девушки. Конечно, она должна постараться выбрать не просто красивое селфи, хотя это как бы главный слоган конкурса «BMW за селфи», но и интересное фото, которое привлечет аудиторию и подстегнет голосовать за нее. То есть все-таки студийная фотография должна быть, да? Желательно. Желательно. Ну да, интересный, кстати, вот стимул, да, принять участие в «Мисс Виртуальной Якутии», чтобы потом пойти на «Мисс Виртуальной России» и выиграть BMW. Супер, просто супер. Огромное спасибо, девушки, за участие в нашей утренней программе, за такие добрые, свежие новости. Приходите к нам чаще уже с итогами конкурса.